Доброе утро. У меня уже утро в полном разгаре. Стоит чайник, нагревается. В общем, сейчас завтракать буду. А еще я уже запихала в духовочку запеканочки две штуки, смотрите. Одну себе оставлю. Она небольшая. Одну повезу на пляж. Ой, куда ты слезаешь? Спадает и спадает. В общем, приводим себя в порядок. На пляже надо красиво ехать, правильно? Погода, ну, погода так себе, конечно, не совсем пляжная, но хотя, смотрите, не так уж и пасмурно, там что-то уже начинает проясняться. Ну, вам это ни хрена не видно, ну, сейчас, вот, теперь видно, да? В общем, ничего. Вообще дождь передавали, ну, походу, дождем даже и не пахнет, в прямом смысле этого слова. Да что у нас падает? В общем, сделаю сейчас запеканочку, пойду потом с Чарли погуляю и... К 2 часам поедем на пляж. Да, вот такие у нас планы на сегодня. Приехала на набережную, не поехала в свой парк любимый. Думаю, прогуляюсь-ка я по набережной. Все равно, наверное, народу нифига нету. Но оно так и есть, смотрите. Одни спортсмены и кто выгуливает собак. Все, больше никого нет. Детей там или что-то. На пляже вообще пусто. Ну и погода типа... Ой, накинулись на моего Чарли. Вот, что хотела сказать-то. А, ну что, пасмурно, но знаете, душно все равно. Время, несмотря на то, что всего 10, как бы лето, оно и в Африке лето. В Испании лето, я уже говорила, до 21 числа. До 21 сентября, так что у нас еще пока лето. Там вот в этот... Либо в футбол играют, либо в баскетбол. Нет, в футбол, скорее всего. Подростки. И все равно в парк пришла. Я что-то посмотрела. Время еще мало. Погода хорошая. Думаю, пойду в парк схожу. Это, конечно, большой крюк. Ну и что? Жиры пускай сжигаются. Не жиры, у меня, знаете, глаза запотели. Иду. А без очков не могу. Солнце, хоть оно и спрятано за облаками, но все равно не могу смотреть. А в очках все глаза, блин, вспотели. Ужасть, ужасть. Какая страсть. Ой, в общем, иду, иду. И Чарли уже не хочет идти. Все, он завалился. Сейчас он освежится. И пойдем дальше. Нам еще полпути идти. Нет, чуть меньше. Ну, в принципе, миссия выполнена. 7 километров. О, даже 5 километров в час шла. Я в спортзале хожу 5,5 километров в час. И это очень быстро, знаете. А тут тоже быстро шла. Еще останавливалась разные фоточки сделать, там, видео снять. В общем, нормально походила. Ой, жарко, солнце выглядывает. В общем, пляжная погода. Что у нас со временем? Время у нас без 10:12. Так что все еще впереди. Муж принес целую сумку, пакет. Баклажан. У меня теперь целая неделя будет. Баклажаны пареные, баклажаны жареные, баклажаны запеченные, суп из баклажан, салат из баклажан. В общем, пюре из баклажан. В общем, все баклажановое будет. Прикольно. Чего ты выключайся? А. Вот моя же запеканочка. Я уже порезала ее и сложила в контейнер. Сейчас кофе буду пить. Кофеечек попью и будем собираться. Собрала свой холодильник. Ему уже 100 лет в обед. Он как из пенопласта. Такие вот у меня есть эти. Я их вчера заморозила. Там пиво, колбаска. Что еще там? Скумбрия соленая. В общем, что должно быть в холодильнике, все у нас вот здесь хранится. Здесь уже запеканка. В машине лежит хлеб. И булочки. И все, я уже в купальнике. Едем. Идемте посмотрим, что тут Танька уже накрыла поляну.
Наливка ты делала с малиной? Это вкусняшка называется. Что это такое? Нам тут подарки раздают. А, это с Рима, Оля в Риме была. Держи. А это мне укроп дали садить. В общем, тут подарки раздают. Смотри, что здесь. Можно я просто спасибо скажу без поцелуя? Нет, нельзя. Ну, больно мне твой поцелуй. Вот, да. А то я прям какая-то потная. Мне... А, это зеркало, да? Ну красота. Кстати, удобно в сумку. Да. Женские аксессуары. И укроп, в общем. Благодарствую. В общем, можно уже и домой ехать. Да. Накрывается и накрывается. Я и сидру взяла. Так, на всякий случай. Вот здесь еще свет. А там еще к чаю есть. Гуакамоле. Я вот здесь тогда сюда. А, назад. Открывать. Так, вот так у нас классно. Да. Видите, на пляже им зашибись. Практически, говорит, живут. Ольга, говорит, вот на курсах. У Ольги какой-то сидр и там. И они жили у Эльмира. Что за сидр? Вот они, говорит, мальчишки сейчас, говорит, у меня. Они вот прям мне звонят. Это. Они еще пьют настойку. Вадим, типа, никак не допьют. А что? Он говорит, я там вам завтрак приготовил. Давайте заглянем. Говорю, они у нас тут зефирчик. Все как... Вот, знаете, какой термос. Жили, короче, ой, мы так накупались, наверное, целых полчаса, если больше сидели. Ну, что, личная жизнь? Говорит, да, пойдет. Чай. Он живет, по-моему. Горячий собака, он даже не остыл ни капельки. Слушай, налей мне тоже, мать. Сейчас. Чуть, говорит, чуть а у тебя так, что тут... А у меня есть холодненький, а ты мне разбавишь, будет тепло. Я думала, у тебя там это... Так что через 2 года... Более горячительные напитки. Льется все нормально. Ты тоже, что ли? Давай, давай. Ты же сказала, что нет. Давай, давай, работай. Хватит, Тань? Хватит. Ты же у нас малолетка, вот мы тебе компанию и жили. Даже он не льется. Руки качать надо, чтобы термос мой не взял. Качаю, блин, целую неделю. Мало качаешь. Видишь, какой термосик. Вот так мало качаю. Завтра, блин, себе 2 гири навешаю. Не завтра, завтра у меня суббота. На послезавтра. Ой, липота. А подводная съемка у вас есть? А что там, что-то интересное будет сейчас? Да. Ну, я как? Запросил. А что ты там делаешь? Я синхронный вдруг я там... Потом скажет, что ты там мне наснимала. Не в таком ракурсе меня сняла. А в каком еще ее снимать? Если она хочет подъем, подводные съемки какие-то. У нас все будет синхронно. Синхронно. Смотрите, они на стойке запивают... Они на стойке запивают чаем. Конечно, мы как русские люди. Чашки уже пошли разноцветные. Вообще-то они у нас в самом начале. Горячие какие. Не, были пластмассовые. Нет, были такие обычные. Я даже не знаю, где они. Во! 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 Слушай, а может тут настойка? Нет, тут чай. Жалко, блин. Не сказали обделили. А вот когда был разлив, надо было участвовать. Да, а что, не это было? А ты что не съела это? А я закусывала. Большой семье, рто. Цукулюторно. Мы даже матом не ругаемся. Ну пока. Мы уже собираем манатки, уже разобрали тут. Половина домой, как жратвы много несем. Хотя еще море зашибительское. Смотрите, время 7-8 часов. 8 часов, 8 час. Ну, кони трезвые. Тань, кони трезвые? Да, хлопцы запряжу. Более какая сумка красивая, блестящая. Прям как в натуральной русалке. Да вообще. И все. У них 2-3. Вообще моднячая. У нее 3 пляжные сумки. А еще она зажала гаспачо. Всем расскажу. А я еще спрашивала, что ты она на сумке? Типа, я забыла это. Да, она говорит, ну я же вот всем привезла. Да, пацан, кстати, я конфеты все сдала, Надь. Нет, ты тебе, у меня Надь, есть. Не выбрасывай. Не, у меня есть, забери. Не нужно я мне девчонкам конфеты. Отдавала. Да не надо. Надь, на, поешь. Тань, тебе. Потом на день рождения. На, приедем к тебе. У меня конфеты много, у меня и конфеты.
просто навалом, я же привезла. Да я и заберу. Конечно. Господи, не, у меня правда есть. Я везла, конечно, но я же не могу сам тебе отдам. Не, не надо. Спасибо. Нет, но у меня правда свет много. Не люблю разбирать сумки пляжные или еще что-то. Смотрите, Таня нам дала хурму, она зеленая. Что-то они там, ветки какие-то у них упало. В общем, это хурма у них оторванные ветки. Но она говорит, что она спеет. Надо положить в темное место. Или вот сюда положу. Короче, у меня где апельсины лежали. Сюда положу и пускай. Ну, они две штуки там много, она мне их дала. Вот сюда положу. Там они пусть лежат. Тут я вообще не люблю, знаете, разбирать вещи после пляжа. Вот сколько еще тут есть. У меня вот столечко сколько. Будем надеяться, что поспеет. Хурму я очень люблю. Вот, сейчас пойду в душ. Надо смыть с себя соль. А еще у меня сгорел нос. Представляете, несмотря на то, что я сильно мазалась кремом, что не было солнца почти вообще весь вечер, но у меня сгорел нос. Не просто нос, а вот и вот тут почему-то одна часть. Странно. Тут я тоже кремом намазалась, но нос прям вообще пипец. Да, прическа, конечно, у меня ураган. Мы так ржали, мы так смеялись, что у меня, по-моему, голос пропадет завтра. Ой, блин. Хорошо так посидели, вообще класс. Суперски. Так вот накрою. Это у меня чистая все, постиранная тряпочка. Надо машинку поставить стираться. Кстати, машинка, кто-то меня спрашивал, что за фирма машинки. Сейчас вам покажу. Да, LG. Она уже старая. Это, кстати, не грязь, это что-то от нее отмывается. LG. Вот. Ей уже 100 лет в обед, но очень хорошо стирает. Она вот на 8 килограмм. Вот так открывается. И вот там вот все стирается. То есть очень много всего умещается в нее. Так, мы еще запеканку мою не съели. Там осталось пара кусочков. Я, кстати, делала две. И у меня еще на завтра есть вот еще запеканочка. Видите, кусочек. Еще фарш остался. В общем, еды море. Завтра не буду готовить ничего. Лафа. Вот эти штуки, кстати, еще холодные. Прям особенно эти ледяные. Вот эти лучше держат мороз. Мороз и солнце, день чудес. Муж, как всегда, ушел в футбол смотреть. А Минини за мной приезжал на пляж, да. Он на пляж за мной ездил. А такие вот у нас дела. Пошла купаться и нанесу себе масочку какую-нибудь. Не какую-нибудь, я знаю, у меня есть вот такая увлажняющая, которую я покупала в Приморье. Вот такая. Я ее нанесу. Мне очень она нравится. Очень хорошо увлажняет кожу лица. И душик приму. Да. Не знаю, смогу ли завтра разговаривать, но чувствую, что горлышко побаливает. Но не от того, что простыло, а от того, что много болтали, орали и ржали. Так что сейчас пойду себе чаю какого-нибудь заварю. С липой или что-то еще. И с лимон и мед, точно. Вот, кожа вся такая, чувствую, что прям горит. И плечи горят, вы знаете, в общем, шикарный отдых на море. Зонтик поставили, но для стола. А остальные зонтики вроде бы как и не нужны были, потому что было пасмурно. Но вы знаете, это очень обманчиво. Я уже убеждаюсь в этом не раз. Когда нет солнца, думаешь, нифига не загоришь. Не только не загоришь, но нафиг вся и обгоришь. Так что ставьте зонтики и наносите себе крема. Хотя крема, как видите, я прям наносила. Но мы в море еще сидели, наверное, где-то больше получаса. А я же как? Я люблю нырять. Я не люблю вот это вот плавать. Я ныряю, что-то там ищу под водой. Хотя плавала без очков. Вот. И, естественно, весь крем смылся. Смотрите, какая лапа. Так лежит, отдыхает.
У нас тут опять, я только в ванну пошла, начали что-то стрелять, прям пум-пум-пум, видимо, свадьба где-то здесь недалеко. Вот, и Чарли ко мне в ванную забежал. Улегся там на коврике и лежал там, пока я принимала душ. Кстати, душ принимала сегодня горячий. В первый раз за это лето, потому что обычно прихожу и просто воду включаю, и вода какая льется, она не холодная, но и не горячая. Было нормально. Сегодня, видимо, приехала с моря, уже было прохладно, как бы так. Все-таки ночи уже не такие жаркие, как раньше. Ну, хотя сплю еще под простынкой обычно, представляете? И этой ночью был очень сильный ветер. Я закрыла все двери, и мне почему-то казалось, что у меня висит белье на улице. И я чуть ли его не пошла снимать, представляете? Сегодня я даже днем, перед тем, как уехать на пляж, поднялась наверх, чтобы посмотреть, есть там белье или нет. И его не было. Ну, кстати, я не могу найти свое оранжевое полотенце, где оно есть. Может быть, оно все-таки висело и куда-то улетело? Но нет. Надо поискать. Вот что только не привидится. А, кстати, еще, знаете, муж вчера видел соседей, которые вот у ребенок у них орет. И он говорит, я встретил их в лифте, и говорит им, а это тот ребенок, который плачет. И, в общем, мать его, ну, девушка говорит, что у него что-то там с животом. Вот, медики не могут, ну, ищут проблему, что-то с пищеварением, может быть, молоко не переваривают или еще что-то. И вот днем их не слышно, потому что их просто не бывает днем, они куда-то уходят, может, к родителям или еще что-то. А ночью вот они приходят домой, и он плохо спит, но эти ночи нормально. Вчера вообще ни разу, даже, знаете, как-то не хочется уже говорить, что он орал, потому что ночь-то бессонная, когда он орал 3 часа, забыта. И жалко стало ребенка, вот что он так, ну, наверное, больно, поэтому плачет. Блин, ну, закрою окна, все-таки я мать не оправдываю, потому что закрою окна, чтобы других не беспокоить, как бы, да. Вот, так что вот ребенок, ну, все-таки у него животиком что-то не то. Мне стало вот так жалко, малыш. Ну, по крайней мере, она пускай знает тоже, что мы не спим, и мы стоим на страже, и мы все слышим. Вот так. Вот все, по-моему, все ваши новости, все вам новости свои рассказала. Завтра у меня поход к врачу на 12:30 назначен. Вот, просто пойду за рецептами. Ну и кое-какие анализы хочу сделать. Вот, в общем, провериться. Но это опять не завтра. Сначала завтра пойду к семейному этому врачу, к терапевту, чтобы он мне назначил там все эти процедуры. В общем, посмотрим. Сейчас уже вроде бы завтра 9 будет, да? 9 завтра число. Да, 9. Слушайте, ну, прям сгорела и шея, чувствую вообще. В общем, все вышли из отпуска, я так и буду думать. Во вторник у нас идут в школу дети, да. И то не старшие, а младшие классы, а старшие идут аж еще через неделю. Вот, и я думаю, что отпуска уже у всех закончились, и все врачи выходят на свою работу. Вот такие планы. Ну и пошляюсь по магазинам. В общем, подписывайтесь, ставьте колокольчик, и все вы увидите. Будете в курсе всего моих событий. А еще у нас завтра сумба. Ох, танцевать мне завтра придется вдвойне, потому что сегодня столько наели сладкого. Блин, Оля привезла зефир, который я обожаю. Конфеты не ела, потому что у меня свои есть. Там, в общем, у нас все было. До всего и я. Кусок тортика съела Таня, которая привезла. Зефир съела. В общем, пипец. Танцевать завтра мне и танцевать. В общем, эту неделю, наверное, надо на диету сесть. Такую прям жесткую. В общем, эта неделя предстоит мало еды, много спорта. Худеть надо будет начинать. Но это все нам предстоит с завтрашнего дня. А сегодня всем пока-пока. Наилучшей вам недели, рабочей, продуктивной, и всем до завтра!